километрах от Кракова 26-летний Камил Хара помогает отцу по хозяйству. Этой небольшой по польским меркам фермой, всего 16 гектаров земли, владели три поколения семьи Хара. Но сейчас у Камила есть основания опасаться, что этот семейный бизнес и смысл жизни его предков может исчезнуть. В этом он обвиняет бюрократию и слишком строгие требования ЕС. Мы ничего не хотим получать бесплатно. Мы хотим платить налоги. Но при этом мы хотим, чтобы к нам относились как к фермерам. А вместо этого, по словам Камила, чиновники из ЕС относятся к ним как к большим корпорациям и запрещают им торговать переработанными продуктами со своей же земли. Чтобы продавать не только пшеницу, выращенную на ферме, но и муку, Камилу и его отцу, как и миллионам малых польских фермеров, надо зарегистрироваться как перерабатывающее предприятие. Таким образом, ЕС пытается контролировать качество продуктов, но для фермеров это означает более высокие налоги и огромные платежи за страховку. По словам Камила, это равносильно разорению. We are almost totally self-sufficient. Мы почти полностью обеспечиваем себя. Все продукты на нашем столе выращены на нашей ферме. Есть их законно, но вот продавать уже незаконно. Мы можем продавать зерно, но не имеем права продавать муку, и это неправильно. Нужно как-то договариваться с правительством. Ситуация осложняется еще и российским эмбарго на импорт польских овощей и фруктов. Семья Хара свои овощи продает в Германию, поэтому от санкций особо не пострадала. Но их соседи и друзья потеряли половину урожая. Овощи, которые шли на импорт в Россию, пришлось просто выбрасывать. Российские санкции бьют не только экономически, но и по-человечески. Наши фермеры не будут доверять России в будущем. Они, возможно, начнут искать другие рынки сбыта. Российские санкции, конечно, ударили по польскому фермеру. Но, как выяснилось из разговора с Камилом, самый болезненный удар пришел вовсе не из России, а изнутри, от польского государства. И если сейчас таким фермерам, как Камил и его отцу, удастся выстоять и выдержать этот удар, то у малого польского фермера есть все шансы на то, чтобы не только выжить, но и процветать в этой стране. Если мы проиграем эту битву, это будет трагедия для мелких фермеров. That would be tragic for Polish farms, for small Polish farms. Я не хочу, чтобы Польша была страной только для больших ферм, где малым хозяйствам отводится роль туристического аттракциона. Я хочу, чтобы мелкие и средние фермы были сердцем польского фермерства, и я буду за это бороться. Small and medium farms to be the heart of the Poland farming, and I want to fight for that.